эти надписи времен Старого Царства. После великой катастрофы, говорит посланник. Реальна ли земля под ногами? Реален ли этот механизм, музыка, что вы слышите? Те, кого вы целуете, те, кого вы ненавидите. Вы ходите по земле. Она реальна? Ваш враг истекает кровью. Так что, он реален? Мои слова все больше приводят вас в смятение. И что, вы реальны? А вдруг реальность совсем не то, чем кажется? Что если все это кем-то создано? Все это лишь искусная симуляция. Так бывает, вы знаете. Вы уже бывали в Анимусе. А вдруг вы и сейчас в нем? Вы ведь знаете, какой реальной может казаться симуляция, даже после того, как исчезнет. Это называется эффект просачивания. Множество слоев реальности с размытыми границами. Что реально, а что нет? А если ничего? Вдруг все, что вы знаете, ложь? Мы испытали тысячи симуляций в поисках нужной версии, в поисках Дезмонда.
все они казались реальными. Очень реальными. Узнать наверняка невозможно, правда? Ясности нет. Симулировать можно все. Порой ответ приводит к стиранию данных. Из сборки, из кода, отовсюду. Так много вопросов и так мало вычислительной мощности. Не спешите. Этот вопрос тревожил людей еще на заре времен. Эта мысль глубоко и прочно засела в коллективном разуме. 2000 лет назад Джоан Джо увидел сон. Ему снилось, что он бабочка, и проснувшись, он не мог понять, кто он, человек, которому снится, что он бабочка, или же наоборот. В пещере Платона узники, закованные в цепи, смотрят на тени, танцующие на стене. Им не видать свободы, пока они не постигнут реальность умом, а не чувствами. И так повсюду. Спросите профессора из Оксфордского университета или космолога из МИД. А вы? Что бы вы выбрали, если бы знали? Захотели бы вы понять эту бесконечную иллюзию, где правду порой не отличишь от лжи? В любом случае, симуляции не бессмысленны. У них есть цель. Вопрос не в том, находитесь ли вы в симуляции. Вопрос в том, какая часть вашей свободной воли ваша. Неважно, реально вы или нет. Даже тест Тьюринга не сможет точно определить, человек вы или машина. Элиза — компьютерная программа обработки естественного языка. Она прошла этот тест, разве нет? А ведь она всего лишь машина. Итак, как говорит сама Элиза, что вы чувствуете в связи с этим? Вы уверены? Ретрансляция. Сегмент 1. Поиск совпадений во времени. 91-й день после Великой Катастрофы. Говорит посланник. Thank you.